Ну чего? Опять укутались, называется. Ну правильно, нам тепло нужно. Либо надо еще теплее чем-то еще укутать. Он опять весь вон холодненький, ушки опять у нас. Ушки холодненькие. Носик холодненький. Да, сидит под печкой. Сидит под печкой. Ему сам, кстати, лег. Я вот села, вот, я села здесь, вот, он пришел, лег. И именно в мою сторону головой лег. Температуру померил. Корми, говорит меня. Померим температуру. Вот, голова у нас уже держится. Ну и хорошо. Бэмби. Он уже съел литр молока за сегодняшний день, грубо говоря. Хорошо. Литр сегодня, только литр купил молока. Второй на вечер он деньги оставил, чтобы сходить на вечернюю дольку. Так что вечером будет у нас хорошее козье молоко. Надо 2 литра покупать. Чтоб на завтра осталось. Засыпаю. Угу. Так он наелся. Голова поехала.